О главных итогах 2017-го шел разговор накануне в Международном волонтерском центре. Для спасателей Брещины год ушедший был непростым, однако результаты деятельности на республиканском уровне выглядят солидно. Конечно же, под особым вниманием ликвидация чрезвычайных ситуаций. В 2017-м подразделения службы совершили 16 тысяч выездов на ликвидацию аварийных ситуаций и происшествий. При этом спасены 140 человек, 14 из которых – дети. Мы достигли снижения количества чрезвычайных ситуаций, снижения людей, погибших на чрезвычайных ситуациях. Это очень важные параметры. Серьезная работа была проделана и в профилактическом плане в Брещине. Также сделали много по оснащению личного состава, по оснащению наших подразделений современной техникой и оборудованием, что позволило успешно ликвидировать те чрезвычайные ситуации, которые были в прошлом году в области. Привлечение молодежи для работы в совместных профилактических проектах – еще одно направление. Эта деятельность по-прежнему остается в числе приоритетных. В ней будут задействованы не только местные объединения, но и организации из-за рубежа. Например, 19 января в Бресте прошла стартовая конференция по реализации проекта международной технической помощи «Безопасное детство» в рамках программы территориального сотрудничества Восточного партнерства «Беларусь-Украина». Уже есть конкретное предложение, как развивать это направление. Мы хотим повысить уровень знаний, в первую очередь, детей подрастающего поколения, знаний по правилам безопасности и, что очень важно, хотим научить их, как действовать на случай пожара или других чрезвычайных ситуаций. Эту работу мы будем проводить совместно с волонтерами, совместно с учениками, совместно с педагогами. 2018 для системы МЧС Беларуси будет не менее насыщенным. Уже есть ряд запланированных мероприятий, которые призваны сделать работу ведомства более эффективной, в частности в сфере ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций. Мы действительно находимся в поиске новых путей, новых подходов к ведению профилактической работы с тем расчетом, чтобы к этой работе привлечь максимальное количество населения, чтобы она была доступна, должна быть понятна. И, конечно, вот один из моментов – это создание игровых форм, игровых комнат для детей. Эти игровые формы создаются в местах массового пребывания людей, в больших торговых центрах. Они действуют уже в городе Бресте, в городе Барановичи. Местные органы власти нас в этом деле поддерживают всячески. Поэтому мы ставим такую задачу, чтобы во всех объектах с массовым пребыванием людей такие игровые формы, такие игровые комнаты имели место. В рамках итогового мероприятия свои заслуженные награды от руководства министерства получили наиболее активные спасатели Брещины. Еще одним хорошим подарком стало вручение ключей от новых автоцистерн отдельным подразделениям. Кроме того, обрели своих хозяев и 4 спецавтомобиля «Джили», приобретенные за счет средств областного бюджета.